Херсонські фрукти та овочі – справжня гордість регіону. Це підтверджує і успішна діяльність місцевого плодоовочевого комбінату «Херсон», який виробляє продукцію під своєю титульною торговою маркою «Бон Херсон». Плодоовощной комбинат «Херсон» основан в 2005 году. После прихода инвесторов предприятие ожило. Установили линию асептического консервирования по производству томатной пасты, морковного пюре, яблочного пюре. Даже производили вишневое, персиковое и абрикосовое небольшими партиями под заказ. Ну і, як слідство, ми почали производити соки. Сьогодні підприємство «Бон Херсон» активно нарощує виробничі потужності. За останні 3 роки ми встановили лінію цільноплодного консервування повністю від і до, від моїх до кінечних операцій. Мощність лінії производства мінімум 85 тисяч баночок, от цих 720-х в сутки. Это очень такая приличная линия. Мы сейчас находимся в асептическом цехе, где происходит подготовка и фасование томатной пасты, 200-литровые асептические пакеты. И дальше отка в бочку. Эта линия итальянского производства – это лучшая линия в мире, и эта фирма лучшая в мире по работе с томатопродуктами. Очень производительная, удобная в эксплуатации, полностью автоматизированная установка. Вот это комплексная линия на морковь югославского производства. Переработка моркови. Дальше идет комплексная линия по маринадам. Огурчик поступает у нас в свежем виде. Сначала мы его замачиваем в воде, а потом поступает на мойку. У нас идет тройная мойка, две щеточные машины, одна вентиляторная. Моется щетками, душируется, поступает в барабанную моечную машину. Здесь машина снабжена щетками. Внутри хорошо очищается огурец от минеральных примесей, то есть это от земли. Здесь удаляются хвостики и сразу поступает на укладку огурца в банку. Особливу увагу на підприємстві приділяють екологічності сировини, що є запорукою якості. Для цього на виробництві працює спеціальна лабораторія. В консервах перевіряємо сухі вещества, кислотність, хлориди, цвітність томатопродуктів, мінеральні примісі, нітрати. Це те, що ми перевіряємо в нашій лабораторії. У нас вся продукция натуральная. Натуральный томатный сок, натуральные соки с мякотью и сахаром. Мы не используем консервантов, мы не используем красителей, загустителей всякого рода. А если под заказ какое-то использование идет, то мы четко это прописываем на этикетке. Последние 3 года всех интересует только натуральный продукт, поэтому мы освоили сейчас еще и икру кабачковую. Помимо консервов, таких как огурцы, томаты, ассорти, томаты в томатном соке. Мы еще вот освоили икру и думаем двигаться еще и дальше. Останавливаться мы не хотим. Активний розвиток плодоовочевого комбінату «Херсон» сприяє довірі з боку відомих торгових марок. Под прайвіти у нас много заказчиков, которые мы под їхньою торговой маркой производим продукцию. Сейчас вот мы выиграли тендер «Маринада», «Таврія В Семерка», а это только в Украине. Сейчас идут тендера на хуторке. «Щедра» торговая марка пасту у нас заказывает. Также «Чумак» у нас заказывал 2 года назад огурцы, мы для них производили под их торговой маркой. Ну и под нашей «Бон Херсон» мы производим весь ассортимент, который уже, я думаю, многие знают и многие ценят. Оцінили консервацію херсонського виробника і вимогливі закордонні споживачі, які віддають перевагу смачним, корисним та екологічним продуктам. Зараз ми вийшли на производительність дуже високу, осваюємо нові ринки. Зараз ми відправляємо на Канаду, Ізраїль, Америку, в Європу – це Прибалтика.
сориентированная. Ну и вот сейчас на Польшу вышли. Все они очень любят наши соки. Вот икру кабачковую тоже. Нашу как-то больше оценили даже Прибалтика, Канада, вот эти страны. Соответственно, это говорит о высоком качестве продукции. Надійним партнером підприємства багато років поспіль є Херсонська торгово-промислова палата. У нас очень плодотворное сотрудничество с торгово-промышленной палатой. Мы более 10 лет уже сотрудничаем, и они всячески нам во всех наших начинаниях помогают. Это и по экспорту, всегда с пониманием, всегда с поддержкой, с какими-то консультациями по поводу экспорта в другие страны, с разработкой документации, с оценкой нашего предприятия. Ми дуже-очень довольні роботи з торгово-промислової палати во всіх отношеннях. Херсонська торгово-промислова палата є орієнтиром та помічником для підприємства у налагодженні торгівельних зв'язків. Без торгово-промислової, взагалі, думаю, складно було б і по Україні продавати, а на експорт це взагалі нереально. Мало того, завжди організовуються семінари, поїздки. Благодаря торгово-промислової палаті к нам приїжджають представники багатьох країн, з якими ми б хотіли співпрацювати. Це дуже допомагає розвитку підприємства. Той, хто скуштував продукцію плодово-овочевого комбінату «Херсон», ніколи не залишиться байдужим до сонячних дарів півдня України. Адже українське найкраще.